Представляем вам отраслевое бизнес-решение компании Clover Group, позволяющее использовать технологии искусственного интеллекта для перехода на риск-ориентированную систему управления промышленным предприятием. Перед вами интеллектуальная диспетчерская Clover Group. Основные пользователи – производственно-диспетчерский отдел и центр управления тяговыми ресурсами. В режиме реального времени диспетчеру передается местоположение локомотивов с отображением текущего технического состояния. Понимание данных параметров позволяет оперативно отправить локомотив в ближайшее депо. Перед вами экран разузловка объекта. Это основное рабочее место. Здесь отображена полная картина по техническому состоянию локомотива. Узлы, остаточный ресурс, пробег. Те данные, которые необходимы при принятии решения о ремонте. Также отображаются рекомендуемые сверхцикловые работы, зафиксированные инциденты, КТГ, свод устраненных замечаний и качество работ. Экран отображает динамику коэффициента технической готовности, который является показателем качества работы локомотивов. Данное решение позволяет предприятиям выстраивать систему управления ремонтами на основе спрогнозированных данных и реальном техническом состоянии локомотива. Система учитывает как внешние факторы, которые влияют на работу оборудования, так и внутренние. Интеллектуально-диспетчерская обладает микросервисной архитектурой, благодаря которой бесшовно встраивается в большинство известных корпоративных приложений. Решение Clover Group позволяет построить оптимизированный график ремонтов и постановки локомотива на ТО, а также отследить качество исполнения ремонтов. Модуль контроля качества устранения замечаний позволяет сравнить параметры работы локомотива до захода на ремонт с его параметрами после ремонта по каждому агрегату. Интеллектуальная диспетчерская Clover Group – это новая бизнес-модель управления производственными активами в различных отраслях российской промышленности.